Конкурс «Молодые таланты Мариэл» в 10-й раз объединил одаренных школьников и студентов со всей республики. Здесь каждый творит в меру своих возможностей. Конкурс проходит в трех номинациях, и одна из них – изобразительное искусство. Желающих поучаствовать оказалось немало. Юные художники работали практически во всех жанрах художественного направления – от натюрморта до скульптуры и дизайна книг. Как отмечают организаторы, подобные конкурсы позволяют участникам открыться совершенно с новой стороны. Художники Мариэл часто становятся лауреатами на конкурсах различного уровня. Ребята молодцы, это наше будущее. Без этого никак искусство не может развиваться. А то, что ребята очень старательно, мы до этого отбирали много работ некоторых. Ну, все в нашем деле очень надо любить свое дело. Если любишь, это видно сразу человек. Напомню, конкурс «Молодые таланты Республики Мариэл» уже на протяжении 26 лет поощряет одаренную молодежь республики. Благодаря ему в сфере культуры и искусства Мариэл появляются новые имена и деятели.